Очень часто спортсмены, участвуя в соревнованиях и либо на тренировках, получают травмы. И для спортсмена очень важно быстро восстановиться и встать в строй. В нашем центре работают специалисты очень высокого уровня, которые имеют многолетний опыт работы в спортивной медицине и обслуживали сборные команды России в чемпионатах Европы, в чемпионатах мира и Олимпиад. Вы, наверное, здесь поснимали, видели, значит, хорошая у нас физиотерапия. Хорошая функциональная диагностика, я имею в виду, хороший электрофизиолог. Значит, есть все для проведения тестирования футболистов в плане определения их спортивной работоспособности. Я думаю, что навряд ли в других клубах есть подобного рода медицинские учреждения. Любой желающий, это не обязательно спортсмены, профессионалы, но и люди, которые занимаются спортом, может быть, даже и не занимаются спортом, но имеют какие-то проблемы со здоровьем, вот касаемо направления спортивной медицины, травмы, ушибы, растяжения и так далее. Играли где-то мужики в пятницу на пиво, заболел у одного коленка, он пришел сюда, а его осматривает патриарх отечественной спортивной медицины, который проработал многие годы со сборной и с лопатой. Без проблем.